Всем здорово, с вами Руслан Эндуро и Алексей на шерке. Алексей, первые ваши слова. Как шерка? Шерка охуенная. Вот так вот. Все, сейчас мы будем ехать и разъебывать Силичи. Леша сказал так. Не препятствий. Раз, оп, оп, оп. Газу два! О! Мужик! Спускайся, газу, прыгал, пошел. Ну да. Нихуя себе. Ну прямо нормально. Едешь, помогает подвесочка, двухтактничек. Молодец. Поехали. Зой, привыкни к аппарату. Надо на эту горку заехать, спуститься. Yeah.
Привыкни к аппарату. Что-то тебя раскрутило. А? Раскрутило тебя так прям красиво. Красавчик! Извини. Что? Сцепы выжать не могу. Да? Да, рука закончилась. Надо перекурить. Кури. Сцепы очень легкая, но... Жарко? Невыносимо. Черепахи поедешь? Вообще вот просто не 4Т, это совсем другой мотоцикл. Прям.
научиться ездить на заднем. Вообще на этом мотоцикле. Тут газку надо на заднем прыг. Я и хотел так, но не получилось. Газку мало открыл. А? Газку мало открыл. Попробуй с места так. Именно в моменте, когда будешь заезжать на переднее, зажать подвесочку и распустить. Только не умирай, пожалуйста. А? Не умирай, пожалуйста. Пожалуйста. You can do it! You can do it! Перед бревном газку раз. Вот. Надо научиться.
Влупи газу, бля, дай топи! Что за оправдание, я не понял. Мотоцикл купил, так что, учиться не будешь или что? Поехали сюда, вот тут интереснее. Какая разница? Здесь петля прикольная с поворотом. Ты же тренироваться приехал. Поехали. Я и так тренируюсь. Поехали, поехали, поехали. Хватит сзади. Прошлое место, где Лёша сдался. Бум-бум-бум. Это то место, Лёш? Где? Там, где ты в прошлый раз умер. Вот мы спустились эту горку только что. Это она была? Да. Ну, в обратку проверим, как сейчас едет. К аппарату даже. Не топи, ты чё, охуел? Мне больно стало. Тут такая же.
Нет. Близко. Сейчас будет горочка. Я знаю, какие горочки. Круто, ты попал на ТВ. Ты звезда на канале Русклимович ТВ. До отдыха. Это раз. Второе. Надо в одну дыхать. Обычный путь это сложный. Можем заехать по обычному сначала, спуститься и попробовать по этому. Не. Потеряю силы на обычном, на это не поеду. То есть по этому едем? Да. Что-то мне кажется, тут без шансов сейчас, Алексей. Кажется, я знаю, где Лёшка сдаст. A few moments later. Чё я не могу, бля, пизда. Бобик сдох.
Здесь где-то помогай ногами, толкай и газуй. Но здесь в основном все везде будет зацеплено, камняк только иногда будет скидывать, а так... Молодец. Бля, да ну нахер, чё ж я так дохну? Все равно один хер наперед только. Так закинешь. Поехали, поехали. Сейчас поедем. Подожди. Чуть-чуть. А чего у тебя вентилятор не работает? А он сразу вырубается, когда глушишь. Это маленькая горка, поехали. Я понял, но все равно она с дёрнами, я такой не вижу. По прямой, да куда едешь, а там уже... Это лайтовый путь для минчика.
Что? Ну, вкус его. Кстати, хорошо едет. Мус, подвесочка, камни прямо облизывают. Только Лёшка тяжко едет. Да хорош записывает. Пузо поцарапан. Я знаю. А где ты успел? Ветки.
А что ты после ручья, что выехал там, кивал головой? Да, потому что пизда не поднимал.